мы выехали на новую дорогу-дамбу, которая построена от вокзала Брянск-1 до Московского проспекта. Длина дороги несколько километров, я просто сколько раз порываюсь замерить, как не замеряется. На высокой дамбе три полосы, туда и обратно. Сейчас расчищены, к сожалению, плохо, потому что вот правая полоса для общественного транспорта, я смотрю, она совсем убитая. Надо по ней никто и не ездит. Дорога новая, в сентябре 2021 года она только была открыта к дню города. Соединила под короткие районы. Так как это пойменная часть реки Десна, то здесь, естественно, при старых разливах реки здесь затапливалось. Поэтому насыпана высокая дамба. Ну и сделана хорошая дорога. В перспективе эта дорога будет еще иметь ответвление для выхода на улицу Горького в Советском районе. Сейчас мы будем подъезжать к кольцу, впереди кольцо. И как раз развилка на эту правую дорогу, которая поведет нас на улицу Горького. Там строится мост через реку Десна, и где-то в следующем году планируется уже тоже сдать. И тут участок дороги, хотя этот участок длиннее, но там мост. Мост через Десну, это все-таки какая-то уже хошь не хошь, а работа. Здесь же мы тоже по дороге пересекаем, но менее полноводную реку, нашу местную реку Снежить. Сейчас вот мы проехали поворот, справа был это на Десну и на Брянск. А здесь вот этот мост через реку Снежить, то есть два моста подряд рядышком. Стройки еще идут, все кругом доводится до ума. Очень хорошее подспорье, очень хороший удобный кусок, который позволяет перепрыгнуть сразу из Володарского района Брянска в Фокинский район, тем самым радикально сокращая путь по бессветофорной практически дороге. Говорю, без светофора практически, а вы видите светофоры. Но это светофоры-пешеходники. Несколько пешеходных сделано зон, где их пересекать. Они очень далеко друг от друга. Две или максимум три пешеходные зоны на этой несколькокилометровой дороге. И вот мы выскакиваем на кольцо на Московском проспекте. Все. Осталось только разъехаться с местным транспортом и повернуть на Московский проспект. Московский проспект перекрывается светофорами, так что мы спокойно сейчас пропустим машины, которые идут по проспекту, и спокойно пойдем себе на разворот. Вот такая вот дорожка.